Вот тут Игнатьич занимается чисткой карасей. Вот я на улице холодно, и сегодня как сделали? На рукавнике мне вот, ну, целлофановый пришили, и пришили, говорю, привязал брат, и с двух сторон прищепками. Далее, головой левой вот так вот берешь, и не вот так вот, как я вчера тут вижу один делал, так, как, вот так вот, зацепил с хвоста, провел один раз, все, вся шкура здесь, здесь маленько она потом соберется. Опять здесь придерживаю, до половины дошел, крепко нажал, все, чешуя это будет, ее если проварить, то это будет студень. Вот они где остались, и опять туда их. Чешуя, икра, головы, сама рыба. Ну, просто на рыбокомбинате надо поработать, увидеть, как сегодня холодно. Поэтому теперь я переворачиваю другой под жабру. Под жабру, подсал, видишь, жабра как, а то режут наполовину. Все. Теперь, где у него здесь, как говорится, клавка? Раз. Первый раз в перчатках. Потому что отмывать на улицу идти. Вот я выгребаю его, сразу отрываю икру. Икра отдельно. Теперь сюда, вот на полу у меня, пузыри, это потом вороном. И здесь нужно найти, где черная самая, вот она. Это желчь. Я потихоньку ее скидываю, а остальное идет. Тут уже все. Все готово. А дальше так когда? Так вы же кишки положили. Ну, кишки можно выбрать, вот так. Конечно. Вот. Конечно. Кишки-то убрать надо. Вот видишь, как сюда. Это вороном потом пойдет, или кошкам. Вот первый раз в комнате. Там-то проще все. Здесь под себя подстелил. Вот. Теперь один раз провел. Вся чешуя на ноже. Я вчера подсказывал кому-то как. Во, смотри. И теперь подворачиваю только сюда. Это же, если на работе то где-то работать, ты же получишь все это. Сами завезли рыбу, устроили пруды. Все свое. Во. Видишь, только сама голова уходит. А вчера вот так вот отрезаны, вот так. Это так не годится. Надо экономно делать. Вот прорезал в перчатках, сразу рукой сюда, все это вынимаю, ну, можно сначала пузырь сюда скинуть, икра отдельно, теперь вот этот желчный пузырь сбрасываю сюда, это вороны сидят, им это не нужны нет, они не понимают, ну и жир, который вот сюда, кишки тоже туда, все. Все. Так, пускай свет горит. Раньше у нас буканки привозили рыбу, продавали. А продавать-то не на что. Мы, значит, им куриные там яйца или что-то такое, вот, даже не знаю. Вот, видишь, нажал, придержи, чтобы он не согнулся. Довел до половины почти. Дальше еще нажимаю, веду, и все здесь. А ты видел, как тут некоторые делают? Он вот так каждый икрин, ну, чешуинку, это нехорошо, время тратить. Натащил нож острый, развернул. В каком газу, в каком веку? Это туда. Пузырь вниз вороном, икра отдельно, вот, отбросить желчь, жир остается, это тоже пойдет с икрой. Следующее. Все. Здесь может любой инвалид работать. Уже опыт должен быть. И сразу раз перевернул ее сюда под жабру,
Не надо там его как пилить. Это все делается быстро. Вот, можем кому-то дать. Люди бывают больные, одинокие. Мы их все стараемся помнить, накормить бесплатно. Так, теперь я вынесу, чтобы не раздавить эту черную. Черную. Голыми-то руками у меня проще получалось. А здесь все. В комнате как можно меньше, чтобы мусора было, так скажем. Все. Спаси Христос, благодарю. Слава Христу. А потом вари, жарь ее, что угодно делай. Это карась золотистый, очень хороший. Вот. Здесь ничего нет воровано, все свое. Труды сделали, потратили. Только на трактора, которые привозили, потратили 546 тысяч. 5 лет поднимали пруды, как их бобры разъедали. Весной вода прорывала. Но на этом не останавливались. Дорогу делать, все свой счет. Люди, которые ничего не делают, завидуют и всякое разное там говорят, жалуются. А нам смотреть за нет и мне некуда. Так жили первопоселенцы, Ермак, Хабаров. Никто ни за кем не смотрел. А почему? Потому что все наше. Все вокруг колхозное, все вокруг мое, мы пели еще. Вот так. Теперь уже пошла работа.